развития. И у женщин, у мужчин сдержка духовного развития, это называется духовные кайфарики. То есть духовные кайфарики — это что такое? Это когда человек понял, что духовная жизнь лучше материальной, бросает жену, все дела и уматывает в святое место жить. Там ничего не делает, живет на подаяниях и просто балдеет. Это духовный кайфарик. Он живет какое-то время так, потом понимает, что ничего хорошего в этой жизни тоже нет, и назад возвращается, упахиваться начинает. То есть духовный кайфарик — это ответвление от второй стадии для мужчины. Женщины тоже могут быть духовными кайфариками. Они тоже бросают семью, уматывают в святое место, делают там очень возвышенный святой вид. Потом начинают сексом заниматься своим наставником. Вот. И возвращаются уже с ребенком назад к своему мужу. Нет, это люди просто такие, знаете, смышленые. Они видят, что здесь как бы счастья нет в этом мире. Ну тогда будем балдеть. Ничего не делает, что тут. Бог все равно все даст. Такая система.